Всем привет, уважаемые мои зрители, подписчики канала «Жизнь с нуля». Я снова в полевых условиях. У нас дует серьезный ветерочек уже. Такой, высохло практически все. Это краткое видео посвящено рекламе. Я хочу обратить ваше внимание на канал Кузнецова. Значит, ссылочка будет в описании к этому видео. Значит, канал посвящен, значит, травматическому, насколько я понял, пневматическому выхолощенному оружию. Я не специалист этой темы, мне было кое-что интересно посмотреть. Канал, я думаю, перспективный. Уже больше 1000 подписчиков у человека. Я думаю, что стоит на него подписаться, хотя бы только ради того, чтобы посмотреть и дать какие-то советы по развитию канала, потому что канал тоже, скажем так, без глянца. Многие видео, конечно, точно так же, как у меня, записываются с колена. И есть, конечно, и более какие-то серьезные записи. Ну, как бы там ни было, я вам рекомендую этот канал, посмотрите, вот, и пройдите по ссылке в описании. И если вам это все понравится, если вам это интересно, то подпишитесь, потому что тема интересна тем, что государство нас все чаще и чаще оттягивает от оружия, от оружейных вопросов. И многие из нас, в общем-то, не совсем хорошо соображают в этой теме, а этот канал дает хоть какие-то минимальные понимания этого вопроса. Всем желаю добра, всем пока. Я буду заканчивать свое пастбище.